Портал virtus.pro.org приветствует вас в последние часы DreamHack Summer 2013. Мы находимся в Dream Arena, в той самой арене, где происходят, в общем-то, все финалы по основным официальным дисциплинам DreamHack'а. Это, если кто не знает, это зал примерно где-то 1000 на 2, я, наверное, не совру, да? Ну, может быть, на 1500 человек. Вот. Хотя, наверное, я фигово считаю, но неважно. Вот. Это Dream Arena. Мы видим сцену. 5 компьютеров с одной стороны, 5 с другой. В общем-то, все тут так достаточно уютненько, цивилизованно. Ну, такая действительно хорошая такая удобная аренка. И за моей спиной, как вы видите, играют Quantic Gaming и Альянс. Финал по Доте. Счет 1-0 уже в пользу Альянс. Наверное, на глазах у местной публики они будут играть еще лучше, чем обычно. И мы видим, что Quantic пикнули Бэтрайдер, Тренд Протектора, Бэйна и Вивера. Альянс пикнули Лайфстиллера, Герокоптера, Light of Heaven и Дисраптора. И, в общем, там допикивают последних героев, и они начинают. У Quantic и Габлака шансов на ошибку уже нет. Либо они выигрывают два сета подряд, вот здесь, на этой замечательной арене. Либо для них все пропало, и они занимают второе место. Хотя, наверное, все-таки для Quantic второе место — это тоже очень-очень круто. With the teleport from the Keeper of the Light, Disruptor's gonna add to that, the AoE magic damage, and all the time, the single target physical DPS that the Lifesteal is gonna give you, and that's gonna scale extremely well in the late game. We have something like that, so Lifesteal, they wanted to do the general cover. Of course, does have two of the sports on his team, so I just don't know what Ben Parrish is wanting to pick right now, because it wasn't loading to them, and they have something else planned for them. We actually saw Bulldog handling a lifesteal in the previous games. What we're likely to see here, just the way this is shaped up, is that TA going to wind up mid with the gyrocopter farming out of the tri-lane. Bulldog likely going to be on the LS, setting up shop in the jungle. But I'll tell you what I love so much.